Всем привет! В эфире народный магазин и посудно-винтажное шоу. Начинаю с конца, чтобы вы посмотрели и не тратили время и увидели, что сегодня будет у нас. В конце у нас это закупка за неделю, там за несколько дней. Смотрите, вот будут такие красоты. И сейчас покажем это, что то, что мы покупали на квартирах и то, что принесли нам люди. Смотрим, смотрим, вот так вот как-то оно. Вот, смотрите, здесь уже пошли посылочки, как вы понимаете, да, ну и закупка в том числе. Смотрим, так, обходим столбик. И вот это будет в самом конце. Сегодня у нас 151 номер. И первый номер, вот такая германская красота. Смотрите, это у нас уже второй. И точно такой же есть у нас уже наборчик. Это второй, понимаете? Да, это у нас Германия, смотрите. Четыре вида тарелочек. Вот такая Германия, Made in GDR. Четыре вида по 6, полностью весь в сборе. Масленочка, овальное блюдо, большое блюдо. Вот такие два глубоких, одно побольше, другое поменьше. Спецовники, смотрите, полностью все в сборе. Соусник, перечница, горчичница, сметанница. И венец вот у нас, и супничка. Смотрите, первый номер 450 гривен. Можно купить и два набора. Если у вас и большая семья, понимаете, да, купили два на всякий выпадок, как говорят. Вдруг семья большая, приехали гости, вы сможете всех расположить за большим столом и, так сказать, удивить огромным количеством предметов. Второй номер, 850 гривен, смотрите, какие розочки внутри, вот такой производитель, смотрите, какое трио, ребята, смотрите, видите, рука Мейсона рисовала для вас эти букетики. 850 гривен, третий номер 550 гривен, что-то такое было вроде в последнем показе, ну, памяти что-то такое выдает. Вот такое трио, четвертый номер, смотрите, с кобальтом. Видите, тоже вот такая красота. Давайте посмотрим. Присутствует рельефчик, присутствует кобальт. Вот такой производитель, смотрите, Германия. И пятый номер, прорезное, смотрите, 300 гривен. И вот такой производитель, какая-то квадратная. Ну, я думаю, вы все это увидели. Так, обходим столбик, давайте посмотрим, шестой номер 450 гривен. И думал, это Германия, даже и не посмотрел, когда присмотрелся, это Рига. Ребята, это Рига, 50-й год, понимаете, да, какие красоты она делала. И бабушка сказала, это ее родители. Ну, поверим, да, поверим, красота необыкновенная. Смотрим дальше, седьмой номер ЛФЗ, смотрите, вот сделано на экспорт. И вот такая маленькая красотка, я думаю, вы понимаете. Это тоже ЛФЗ у нас, и ЛФЗ редко вазы, ну вот они нас изредка посещают. И смотрите, какая интересная форма, восьмой номер. И девятый номер, 300 гривен, видите, выкрутили, это наша старая полонная девица, 300 гривен. Почти что даром, ребята, смотрите. Такого не видел никогда, понимаете, да? Три тарелки было понятно, трио. Но когда еще вытянул в распаковке большую, глаза полезли на лоб. Смотрите, десятый номер, 1000 гривен. И читаем, Англия, шина. Ну, вы знаете, да, шина это фарфор. Как вы понимаете, английский фарфор. Смотрите, какая... Какая сказка, ребята, квадратное блюдочко, девица. И видите, да, как умно придумали. Смотрите, какая красота. Ребята, робот куда-то мой лезет не туда, куда надо. Ну, понимаете, да, такое вот прям.
прям редко таких два счастливчика будет или один. Видите, вот это вообще с ума сойти. Можно просто сойти с ума от цвета, от формы и от такой недорогой цены. Смотрите, какая красотка. И всего-навсего 1800 гривен. Понимаете, да, что это старина, что это редкость. Может, руки Екатерины трогали эту красоту, доставали оттуда маленькой ложечкой и корку или что-то другое. Смотрите, какой божественный цвет. 12 номер, 550 гривен. Хрусталь у нас на улитковых ножках. Ребята, смотрите. Видите, улитковые ножки. Вы любите улиток? Вот они у вас могут быть. 550 гривен. 13 номер, кобальт. Смотрите, светится тоненькая, 500 гривен. И вот такие полосочки золотые. Понимаете, наверное, да, что это очень и очень красиво. 14 номер, двоечка. 250 гривен. Вот такой производитель. Смотрите, вот такая красота. Ребята, смотрите, затаите дыхание, что перед вами, вы когда-нибудь такое видели или нет. Ваши нежные ручки будут пить с этого бокала, или ваши нежные губки, да, с нежными ручками будут пить с этого маленького бокальчика какие-то приятные напитки. Да, это, наверное, вазочка, ну, можно, наверное, налить и побаловать себя, да. Каким-то интересным напиточком. 850 гривен, да, наверное, небольшая цена для такой красоты. То же самое, смотрите, 16 номер, 750 гривен. Это потяжелее, но тоже красотка, ребята, смотрите, какой необыкновенный цвет. 17 номер, только вот в 11 показе была такая красота с распаковки, смотрите, откуда приехала к нам, понимаете, да? Широкая, ой-ой-ой, какой производитель, смотрите, это просто сказка, я называл ее большим пирожком, да, большим жирным пирожком, смотрите, какая красотка, ребята. 18 номер, 750 гривен, и вот такой производитель, смотрите, ну, даже не знаю, почему такая цена, что вам и сказать. Да, видите, ребята, может ошибка, может нет. 19-й, 750 гривен, смотрите, какая алмазная нарезочка, понимаете, да, какой цвет, виноград, листочки. Я думаю, очень и очень красиво. 20 номер, 450 гривен. Смотрим, это у нас Польша. Вот такая красота. 21, смотрите, как будто какой-то кракелюр на стекле. Но это, видно, так сделано специально. Под старину. Вот такой бокал. Смотрим, на длинной ножке 21 номер, 300 гривен. 22 номер, вот такой кобальтовый, смотрим. Давайте сейчас мы вам покажем, возьмем за ручечку. Видите, тоже какой-то крученный. Сейчас скажем цену. 450 гривен. 23-й, это у нас получается, скорее всего, стекло. Может, Вальтер Глаз, там культ Вальтер Глаза, все везде завалено им. Смотрите, 300 гривен. 24-й, кобальт, видите, интересная форма. Вот такая вазочка, 400 гривен. 25-й, смотрите, пастушка. Пастушка с пастухом, видите, или барыня с пастухом, ну как там вам правильно сказать. Вот такой наборчик, 250 гривен, внутри золото, видите, да, опознавательных знаков никаких нет, ну вы знаете, да, 90-е, 2000-е годы. Одна проблемка здесь есть, вот один скольчик, смотрите, вот на крышечке. Поэтому такая недорогая цена. Так он очень красивый и очень нежный. 26 номер, 300 гривен. Смотрите, вот такая двоечка. И вот такой производитель, понимаете, что за производитель, наверное, до войны еще
Ну, в общем, вот такая красота по 300 гривен поставили. Так, 27-й, 100 гривен. Смотрите, и вот такой производитель, маленькая такая, маленькая двоечка. Это у нас и Польша. 28-й, 350 гривен. Смотрите, вот такие цветочки. Да, это старый немец. Смотрите, где-то 50-е, 60-е годы. Я думаю, вы и сами это знаете. 29-й, 200 гривен. Вот такой вот детский наборчик. Смотрите. Видите, да, вот такая красота с мейсоновским букетиком. Я думаю, просто сказка, да, для ребенка. Для взрослого ребенка поиграться, я думаю, вы сами меня поймете. Хотя можно использовать по назначению как кофе, да, сливочник такой манюсенький. 30-й номер, 100 гривен, смотрите, стекло. Видите, тоже интересная с нарезочкой. 31-й. Вот какая-то башня, не было времени изучать, направлять, ну, что-то старинное, что-то интересное, смотрите, 400 гривен, да, может это пизанская, падающая, может какая-то чешская, ну, в общем, это фирма, я думаю, вы и сами знаете. 32 номер, такое уже нежное, такое нежное, смотрите, 150 гривен, тонюсенькое, длинное, высокое, в общем, красивое. 33 номер, смотрим, стекло 250 гривен, наверное, старинное стекло, потому что, да, на трое деленное, смотрите, есть какие-то вкрапления, какие-то линии, старый европейский винтаж. 34 номер, вы, наверное, знаете, да, Старополон на первый сорт, видите, вот такая красота, две штучки по 100 гривен. Так, вот такая у нас нежнейшая, смотрите, 600 гривен с такой розочкой. Да, Германия, видите, вот такой вот производитель. 36 номер, то же самое стекло, тяжелое, смотрите, вот так все сделано, как будто какая-то лилия, 350 гривен. Да, ну, интересное, ребята, интересное. Так, 37-й, значит, такое, что я никогда не видел и никогда не ожидал такое увидеть. Ну, искал, не нашел, прямо перед самым видео, смотрите, ребята, видите, что это такое, это долбыш, ребята, смотрите, какой старинный. 100 гривен, видите, есть трещинка, вот. Это так, может кому-то для коллекции не хватает. То же самое, 100 гривен есть скольчик. Ребята, смотрите, долбыш, да, понимаете? Яки ти роки. Да, понимаете, 100 гривен. Тарелочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть тарелочек. Наверное, надо поставить для одного человека. Смотрите, 600 гривен. Так, наверное, будет правильно, чтобы один купил и радовался. Так, какой там дальше? 40-й номер, 400 гривен. То же самое с этой серии. Смотрите, вот долбыш, 400 гривен. 41-й, 200 гривен. Вот такая маленькая красотка. И то же самое Германия. Смотрите, какая интересная. Вот это что-то у нас уже такое было. 250 гривен. То же самое ГДР. Видите, кобальт. Смотрим, да, 43-й, вот такая красота, 150 гривен. Смотрим, тоже интересная такая тарелочка. Овальное блюдо, 44-й номер, 150 гривен. И луковичный рисунок, да, вот такой вот производитель. Дошли до еще одного красивого набора, смотрим. И вот такой вот соусник. Ребята, видите, как оно все сделано. Смотрите, какая красота, какая деколь. Золото, все на месте, все целое. Давайте смотрим. И Чехословакия Натали, понимаете, да, вот такая стара-престара советская Чехословакия. Давайте к тарелочкам. Раз, два, три, четыре, пять. И вот таких вот 5 штучек, смотрите, рельефчик, что-то сделано, в общем, красота, вы понимаете. И глубокие, раз, два, три, четыре, пять, шесть штучек,
глубоких 6, понимаете, да, так что борщик будет с чего вам покушать, вот этих больших самых 5 штучек. Так, вот такое блюдо, глубокое, смотрите, видите, какое деколь внутри. И вот такое овальное блюдо, давайте посмотрим, неземной красоты, я думаю, вы понимаете, да, смотрите, какой блеск. Бачите, да, какая красота, смотрите, номер даже есть, даже номер написанный. И вот такая внеземная супничка, смотрите, какой пыптик, или как его там правильно назвать, ручечка, да, 3500 вся эта красота стоит. Чехословацкая винтажная красота. 46 номер, 100 гривен. 100 гривен, да нет, ребята, здесь ошибка, эти тарелки по 200 гривен. И вот смотрите, видите, какие красивые, я думаю, вы понимаете, да, и вы меня поймете. Так, Мадейн, что там написано, не пойму сейчас, давайте еще одну посмотрим, ну, непонятно что-то, вот, ну, я думаю, вы сможете остановить и прочитать. 200 гривен, такая цена этой тарелки. Немножко мы перепутали. 47 номер, 100 гривен. Смотрите, старая барановка. 48 сахарничка, то же самое, старая барановка, 100 гривен. 49 три блюдечка, тоже старая барановка, по 20 гривен. Это где-то 60-е, 70-е годы. Да, вот видите, уже правильная цена. Так, 50-й. И 50 гривен стоит. Смотрите, интересное такое. 51 100 гривен. Смотрите, ручное рисование. Видите, какая германская красота. 52 50 гривен блюдечко. То же самое, наверное. Нет, это Польша у нас. Вы, наверное, увидели. Да, 53 50 гривен, вот такая чашечка. И вот я говорил, смотрите, какие-то рыцари, какие-то колесницы, видите, по всему контуру тарелочки. В общем, золото блестит. Дивиться, давайте посмотрим. Германия, видите, да, три тарелочки по 100 гривен. 55-й, такую никогда не видел. Смотрите, два ангела и так недорого стоят. Преклонили колени, какие-то колоски. В общем, что-то такое интересное. И здесь какие-то крылья тоже. Так, 56-я. Смотрите, какая внеземная. Видите? Это у нас Минский, понимаете, да? 57 номер, кобальт, смотрите, 300 гривен. И никаких опознавательных знаков нет, но я думаю, вы видите, такая редкость. И у нас, например, в первый раз. 58, 250 гривен. Это у нас вроде, нет, это дружковка. Обычно Коростын такие делает. Это дружковка, смотрите, хризантемы. 250 гривен, 4 таких тарелочки и одна вот такая. 59 номер. Смотрим, вот такие карамельные две штуки, они разные. На одной цена есть, можете говорить, и другая без цены. Так, 60-й, 200 гривен. И в последнем показе что-то у нас такое было. У нас были такие тарелочки по 150 гривен. Я помню, и две штуки вот уже можно добрать, и будет какой-то наборчик. 61-й, розочки, смотрите, 180 гривен. Так, что у нас там? Вроде бы как Польша. 62-й, 180 гривен. Такое овальное блюдо, разносик, смотрите. Даже не знаю, как правильно говорить. Разнос или поднос. Ну, в общем, как-то так. Наверное, кто как хочет, так и говорит. 63-е, вот такое большое овальное, 200 гривен. Да, смотрите, какая громадия, она тоже Польша. Так, 64-й, это у нас Синельникова, смотрите, 3 штучки по 70 гривен. 65-й, ребята, стеклянная черепашка, 80 гривен. 66-й, семейство лебедей, смотрите, мама
наверное, кормит своего ребеночка. 67-й, 70 гривен, городница, да, даже и не сомневался. Так, вот эта райская птичка, 68-й номер, 6 штук, 300 гривен, вроде бы как Германия. Да, Германия, смотрите. Так, 69-й, какая-то вазочка, смотрим, и такие вот цветочки, гвоздики, голубые розы, 400 гривен, вот такой знак. И вот такая бутылочка для вина, наверное, или для винного уксуса, ну что там для винного уксуса, для виноградного уксуса, ребята, смотрите, вот видите, да, виноградная лоза и такая интересная пробочка. 71-й, 400 гривен. Что там написано, давайте посмотрим. Ну, успели, не успели, не увидел. Так, 72-й номер, 150 гривен, подсвечник, скорее всего, 2 штуки парные. И 73-й, китайская вот такая деколь, смотрите, ребенок гоняется за метеликом, а здесь мама и еще какая-то девочка. В общем, ребята, смотрите, какая-то китайская, наверное, или японская красота. 73-й, 450 гривен. 74-й, вот что-то интересное, форма интересная, 450 гривен, производитель Германия. Ребята, кому не везет, вот, у кого какие-то проблемы, вот, смотрите, для вас оберег такой с 20 богами, с 20 богами, видите, да, 75 номер, и такая вот монета, я просто, может, что-то цену перепутал, мне кажется, оно было дороже, и вот, можете остановить и почитать, и все для вас там написано, понимаете, да, оберег. Так, давайте наш талисманчик магазина. Вот он, сегодня снова хотели купить. И, ребята, давайте вам... А что ж такое? Должны жгнуться руки. Не хочет, ребята. Обленился, видите? Ну, давайте ухо ему с огнем, чтоб знал, а? Давайте два с огнем. Так, талисман магазина. Кто не знает, да? Кролик с большой морковкой, понимаете, да? Желает вам всем счастья, здоровья. Да, сегодня ехал... Проезжал возле церкви, куча сидела бездомных, значит, тоже какой-то сегодня есть праздник. Всем мирного неба, всем здоровья, всем благополучия, понимаете, да, всего самого наилучшего, что вы и сами можете себе пожелать. Ну, красавчик, смотрите, да, красавчик, ребята, с большой морковкой, желает всем вам счастья, да, интересный. Ну, талисман, что вы хотите? 76-й номер, такого никогда не видел. Картина, турецкая картина. Да-да-да-да, вроде девичья башня, ребята, называется. Мягкая картина, смотрите, какой-то дермантин. И там, не знаю, что там, доллары порезанные или, может, настоящие. Смотрите, вот так вот гнется. Турецкая картина, вот это вот, наверное... который построил эту башню. В общем, ее строили 600 лет. Начали в 1110 году и закончили в 1700 каком-то. Понимаете, да? 600 лет, ребята, строительства. По камушку, вот смотрите, такую красоту. Визитная карточка Турции, понимаете, да, там запись, чтобы туда попасть. Ну, такая картина, вот сколько там, 200 гривен всего-навсего, смотрите, как она сделана. 77-й номер, вот такая шкатулочка, смотрите, вот у нас, ну, интересная, да, такой цвет, смотрите, какая... Какая красотка, ребята, смотрите, что у нас. Вы понимаете, что к нам попало? Читаем, читаем. ЛКСФ, смотрите, какие цветочки, ребята, старинные цветочки. И вдобавок еще 5 таких вот штовчиков, 5 стопочек. Понимаете, да, почти все в сборе. Ну, продают отдельно вот эти. Вот это уже как дополнение, редкость, редкость. 79-й номер, вот такая красотка, смотрите, 100 гривен синельникова. 80-й номер, 300 гривен, это у нас старые престарые полонны, смотрите, вот такая
чайная пара. 81-й ЛФЗ, смотрите, 200 гривен, вот такой рисуночек. И вот так вот оно все сделано здесь, как и в германских тарелочек, смотрите. Ну, сделано, в общем, красиво, понимаете, да, чайные пары, вот такая. И вот такой красоты, давайте сразу покажем. Отдельно чашечка стоит 100 гривен. Теперь вот такой наборчик. Смотрите, красивейший, понимаете, да? Это у нас барановка второй сорт. На 4 человека. На 4 человека стоит 650 гривен. Красота из красот, смотрите. Да, что-то куча всего натыкано там. Куча-куча, да, клейма какие-то. Ну, вы понимаете, да, красота из красот. Интересный наборчик, я думаю... да, кому-то повезет. 84 номер. Два вот таких вот бокальчика. Две стопочки на ножке. Смотрите. Значит, как сказала женщина, мама ими очень дорожила. Чуть ли не там 40-е годы. Ну, я, конечно, этому не поверил. Но все равно, это винтаж. И это очень красиво. Они разной высоты. Это очень красиво. Вальтер Глаз, старинный Вальтер Глаз, привезенный, и сейчас скажу вам, с Магадана, ребята, с Магадана человек сюда переехал давным-давно, видите, что поставляли туда, там богатые люди жили, и вот туда поставляли такую красоту, 100 гривен, и вот это вот еще красивее, смотрите, по 120 гривен, 3 штучки. Так, 86-й, 87-й, 150 гривен. Смотрите, какие милашки, видите, какие красотки. Полный набор, 150 гривен. Вот это вот вообще в первый раз попалось, смотрите, 200 гривен. 88-й номер, но 5 штучек. Стаканчики, то же самое с этой серии. 89-й номер, то же самое, 5 штучек. И вот такие 4 бокальчика. Смотрите, какая красота. 91-й. 300 гривен. Всего 4, но красивых. 90-й пропустили. Смотрим. 200 гривен. Вот такая мысяка для ваших салатиков. Смотрите, как оно будет красиво смотреться. Ребята, вот такие, смотрите, вот такие красоты, 200 гривен, 4 штучки, и красивые, да, очень и очень красивые, вот эти стаканы тоже, красота из красот, и 300 гривен, 6 штук, понимаете, да, какая форма, золото, смотрите, все целое, еще есть дополнительные 3 штуки, кому надо, можете посчитать цену, 94-е вербилочки по 70 гривен, 95-й, ребята, какой-то пень, видите, да? Пень, ну, салфетница. Так, 95-й, 96-й, вот такая вазочка, смотрите, с какими прекрасными цветочками. Не вазочка, может, какой-то соусник, да, ну, что-то, наверное, с этой серии. 97-й по 15 гривен. Тернополь. Вот такой цвет, смотрите, с рельефчиком. 98-й, ребята, старина какая, смотрите. Понимаете, да, все слаживается в коробочку, мерит давление, ртутное, смотрите, да, вот такая старинная красота, понимаете, да, коробочку все сложили, ну, я думаю, поставить где-то в больнице будет очень и очень прекрасно. Весы, еще раз выставляю, смотрите, 99 номер, 700 гривен, да, я их выставлял. В коротком видео, ребята, где-то поставить в аптеке, где-то поставить в какой-то лаборатории, это, мне кажется, очень и очень красиво. Да и так, в каком-то винтажном магазине, смотрите, к ним идут гирки, идут, понимаете, да, в общем, красота из красот, ребята, такое уже просто, да. Просто редкость, наверное, в наше время, смотрите, карболит, я так думаю, ну, в общем, шикарные. Так, сотый номер, 150 гривен, вот такие три трио.
Три штучки стоят 150 гривен. 101, ребята, смотрите. Прийти к суженому ночью, чтобы его не испугать и не сделать заикой. Вот, смотрите, чайную свечечку. И уже вам все осветит. И уже попадет туда, куда надо. Смотрите, ну вы понимаете, да? И такая вот и чайная красота. Смотрите, какое, ну, интересное. 102 номер, ребята, дельфины, смотрите, такого никогда не видел. Целое произведение искусства, да, 102 номер, 150 гривен. Вот такие ножки, ребята, смотрите. Да, красота из красот. 103 номер, понимаете, да, что это такое, смотрите, где он там. Где там его физиономия? Ну, я думаю, вы понимаете, да? 500 гривен, обливное, заливное, наливное. Да, нет пробочки, но цена довольно-таки приемлемая. 104-й, вот такая маленькая, смотрим, 40 гривен. 105-й, 50 гривен. 106-й, пепельнички или шпротнички, что вы там... Как вы там будете использовать по 40 гривен. 107, 60 гривен. 108, вот такой треугольный разносик, смотрите, с гравировочкой. 100 гривен. 109, целая куча тарелочек, это у нас и Дулёва, видите, да? По 20 гривен. Целая куча вот таких вот по 15 гривен. Смотрите, какой красивый цвет. И Будды со знаком качества. Смотрите, выбито в тесте, нарисовано. 111 номер, кушать уточек, смотрите, или кабанчика, или что там. Ну, охота, понимаете, да, охота, охота. Это тоже наши Будды по 25 гривен. И вот такой термос, смотрите, с веревочкой, видите, вы его можете пристегнуть. Там и куда вам угодно, где вам там нужно, понимаете, да, на рюкзак. Ну, в общем, вот такая новая красота, сколько там она стоит, 150 гривен. И вот у нас тоже такая тюрина, да, сейчас давайте посмотрим, да, это тюрина. Значит, там интересная надпись, что-то там такое, работай, сделал работу и гуляй смело, ну, что-то такое интересное, видите, казаки какие-то, понимаете. Вот такой китайский термос, 114 номер, 350 гривен, у нас уже таких, наверное, штук 5 разных, я думаю, вы понимаете. Да, переходим сюда, 50 гривен, 115 номер, это у нас и Япония, 4 тарелочки. Незабудки по 25 гривен, 116 номер. Так, вот это Польша по 50 гривен, смотрите, какие красивые. Значит, есть еще две глубокие, есть соусники, смотрите, какая игра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12, полный набор. Так, 118, 50 гривен, смотрите, для тортика. 119, 150 гривен. Красота, да? 120-й, вот такой Неман. Стрый, это стрый у нас 400 гривен. И две тарелочки по 50 гривен, 121 номер. 122-й, 350 гривен. И какое-то, кто-то, видно, на Новый год, видите, что-то рисовал, но оно легко смывается, видно, чем-то... Чем-то, понимаете, вот видите, да, раз вот это стереть и все. 350 гривен, но красивый цвет, смотрите, она сама вся такая интересная, да, с зажимчиками, ну, в общем, красотка. 123, 150 гривен, давайте, какие цветочки, вот такая тюрина с дырочкой, бачите, да, малесенькая дырочка. Но красивая. Так, лебеди, ребята, смотрите, салфетницы. И два штуки стоят 100 гривен. Понимаете, да, красота. 125, 150 гривен. Вот такая крышка, смотрите, да, это просто... Это просто красота какая-то. Вот такой вот заварничек. Так, стеклянные у нас, 126 номер. И по 40 гривен. Теперь для любителей варить кофе, что-то старинное, смотрите, 127 номер,
150 гривен, понимаете, да, так цена свалилась, но вы поняли. Вот такой вот и заварничек первый раз у нас, 150 гривен, 128. У нас их много разных, но такой формы в первый раз. 129, 60 гривен, но есть скольчик, видите, вот скольчик, поэтому 60 гривен. Хрусталь, немножко хрусталя, 130, 40 гривен. 131, 80 гривен. Вот такая малышка, 100 гривен, 132. 133, смотрим. Да, вот такой вот под водочку, под спиртик, понимаете, да, 300 гривен. 134, необычный цвет, какие-то пальмы, смотрите, 200 гривен. Вазочка, смотрите, широкая, но нужно протереть, не было времени, 135 номер, 150 гривен. Вот это популярная, мы в последний раз много продали, значит, много людей пишут. И которые покупали недорогой хрусталь, я им говорю, а скидка, они мне говорят, какая скидка, и так почти цена даром. Да, и, ребята, видео будет стоять целую неделю, вот это 184-е про хрусталь, пожалуйста, заходите, покупайте, мы на неделю закрыли тот магазин и все для вас приготовили. Так что можете наслаждаться скидкой и покупать хрусталь. 138, 200 гривен. Смотрите, какая-то красотка. Видите, плетеная с металла и добавленный. Вот, видите как. Ну, смотрите, как вот это все металл сделанный. 200 гривен. 139, Германия, 30 гривен. 140-й. 40 гривен, Германия. 141, то же самое, 250 гривен. Какие-то интересные тарелочки, какой-то интересный знак. По 40 гривен, смотрим. Я такого никогда не видел. Ну, что-то, да, что-то, наверное, с тех далеких краев. 143, 90 гривен. Современная, вот была лейбочка, видно это, видно богемия, 100 гривен, смотрите, 144 номер. 145, старые полонны, смотрите, значит, две у нас есть, по 30 гривен, и трио, сейчас, ребята, запутался, 4, да, вот так вот, 4 есть по 50 гривен, и 2 чашечки по 30 гривен. Грибочки, недавно, где-то месяц назад, такие продавали, вот еще одни, смотрите, наборчик, стоит 100 гривен, да, интересный наборчик. Переходим на эту сторону, давайте дойдем уже до конца. Вот такой наборчик, 148 номер, 350 гривен. Не выкладывал уже, ну, я думаю, вы знаете, это Синельникова. 149, вот такой горшочек, смотрите, с кракелюрчиком, 150 гривен. Да, красавчик. Вот такие глубокие по 70 гривен, 150 номер. Это будды у нас, смотрите, какие-то мимозы, ребята. И давайте закончим вот такой красоткой. Смотрите, 151 номер, 150 гривен. Видите, одинокая девушка кормит голубей. Смотрите, какое рисование. Я думаю, вы понимаете. Да, это старинное, престаринное изделие. Смотрите, оно вас и ждет. Видите, 151 номер. Вот такой сегодня показик. Работаем по номерам, как вы знаете. Мои телефоны написаны в описании к видео. Мои телефоны написаны в первом комментарии. Читаем, делаем заказики и оплачиваем, и получаете. Много красот. Еще идет 2 посылки, как вы понимаете, из-за рубежа. И 8 посылок идет с нашей страны. И должны прийти 7 числа. Это вот, наверное, в понедельник мы, или во вторник мы будем делать снова новую большую распаковку. И вот с интересными товарами. 8 посылок, я думаю, там будет что вам выбрать. Подписываемся, друзья, не забываем. Да, не забываем писать комментарии, ставить лайки.
И покупать, самое главное, покупать. Да, можно лайки не ставить, можно не писать комментарии, а просто покупать и все. И мы вам все отправим. Всем до свидания и ждем нового видео. Сегодня у нас распаковочка, три больших посылки. Смотрите, одна вообще громадная. Значит, только получил около 12, а обычно получал в пятницу после 3. Пролежало у них там, но у них там все завалено. Видно, у них не было времени. Сейчас начинаю распаковывать и показывать. Так, начинаем. Начинаем, первая посылочка. Давайте будем спешить. Сколько время? 11:30. Будем как-то нагонять упущенное. Что-то новая почта провтыкала. Так, ребята, смотрите, мейсоновский. Ага, у нас по номерам, видите, значит, цены. Цены у нас будут где-то на листочке. Так, давайте. Это значит, Наташа еще все лепила. Так, вот. Смотрите. Так, дальше, дальше. Угу, такая чайная пара, наверное. Так, режем дальше. Так, вот такая маленькая. Это, наверное, какой-то наборчик будет. Кофейный, может. Что-то сильно напихано. Напихано. Ну ничего, будем. Даже не знаю, понимаете, да, для меня. Это все загадка, как и для вас. Так, что-то сильно. И какие-то чашки. Так, чашечки, сейчас мы их вытянем и будем разматывать. Так, чашки. Ага, и снизу чашки. В общем, целая куча каких-то чашечек. Разматываем. Давайте разматывать. Так, это, наверное, стрио такая. Так, следующее. Вот интересное, смотрите. Так, ребята, я отключусь, потому что второй раз человек звонит. Кому так срочно, что? Продолжаем. Ответил на звонок, поставил на самолетик. И вот такая, смотрите, трио, наверное. Так, едем дальше. Маленькая. Ой-ой-ой, смотрите, какой. Бачите, да? Какой производитель, ребята. Нам прут интересные вещи. Так, вот это вот интересное тоже. И видите, да, какой знак. Это старый немец. Это старый немец, 50-е годы, наверное. Так, ой-ой-ой, ребята, это, ну, как оно? То же самое, старинное, смотрите, немецкое. Так, что-то интересное. Так, такая маленькая. И вот еще какая-то одна. Так, то же самое. Тоже, видите, да? И вот такой производитель. Это вообще труба. Это труба, ребята. Понимаете, что нам шлют. Так, дальше. Давайте спешить. Значит, то, что я анонсировал, женщина должна была сегодня привезти, отложили на понедельник. Так, вот такая, такой прорезной, смотрите. Интересный. Будем ждать в понедельник. Только что тоже люди завтра придут, пообещали. Угу, что-то легкое. Так, смотрите, вот такой кобальт интересный, да, с золотом. Так, какое-то блюдо.
Вот такой разнос получается, да, блюдо, овальное блюдо, разносик. Это у нас Польша. Так, вот такой список мне с ценами. 228 позиций. Понимаете, да, сколько труда? Сколько труда? Так, нам сейчас предстоит 228 позиций, это много, конечно. Так, что-то тяжелое, ребята, что-то тяжелое. Угу. Вот такая красотка, смотрите, там внутри как лилия сделана. Видите, четырехшовная. Она четырехшовная. Так, еще что-то. Пупырки и чем-то еще. Угу. Такое что-то были, такие вроде, это Польша вроде. Вроде такие были польские тарелочки, смотрите, да? Ну, интересно, ручное, наверное, рисование. Так, лотки из-под яиц. Все, все подряд, понимаете, что такое упаковка, все, что есть, все шуруется. Все, чтобы доехало, чтобы замотать. Так, какая-то крышка. Ага, ребята. Вот это уже сказка, смотрите, что-то старинное. Внеземное создание. Ребята, смотрите. Вот это да. Это уже старина, я думаю, вы понимаете, да, вы чувствуете это. Своей интуицией, можно так сказать, да, интуиция подсказывает. Что это такое? И что нужно сразу бежать в банк и переводить деньги. Так, вот такое овальное. Увидели. Так, что-то еще с крышкой. Угу. На улитковых ножках. Так, это у нас просто бумага. Угу. Так, 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 так. И вот такая, ну вот эти вот интересные, да? Маленькая, но красивая, смотрите. У кого-то может уже быть целый набор такого. Так, какие-то чашки, какие-то тарелки. Да, сегодня купил германский набор. Вот, и 4 вида тарелочек. Полностью новый, пролежал у людей в серванте. У нас вроде уже такой один есть, но купил еще один. Муха, как говорится, не жужжала. Муха не жужжала на ним. Над ним, так правильно будет сказать. Ребята, смотрите. Да, что это такое? Это у нас кобальт и это Германия. Не жужжало, не жужжало. А, это могут быть и блюдечки с этих, с трио. Такой точно не было никогда. С ангелочками, да? Это вообще. Пьешь чаек и улетаешь мысленно туда. Вот. На каком ты дереве там будешь висеть. И каким фруктом ты будешь. Это неизвестно. Да, тоже ручное рисование, видите, да? Интересно, да, нравятся такие посылки, когда много всего. И большое разнообразие, это очень и очень радует. Ну, что не одни там тарелки, ну, это, наверное, трио. Понимаете, да? Ну, вы посмотрите, что это такое. Понимаете, это просто... Это просто сказка, ребята. Да, что еще можно сказать? Новые трио, таких не было. Вот какие-то люди бегут. Смотрите, я не знаю, видно вам, не видно. Целый такой сюжет. Олени какие-то. Тоже Германия. Олени, олени, не брити и не голени. Так, их две штучки получается. Значит, будет два счастливчика. Нет, ошибся. Будет три счастливчика. Смотрите. Если вы олень, вы об этом догадываетесь, купите себе тарелочку с оленями. С оленями. И тогда вам полегчает. Наверное.
Так, что-то сильно замотано. Так, что-то уже замотали. Что ж тут может быть такое? Ребята, труба, смотрите. А. Сикока намотали. Такое что-то маленькое, ну. Смотрите, а что творится, ребята? Труба. Труба, да? Неужели она такая ценная? Ну, наверное, детский наборчик, да? Вот это, конечно, интересно. Так, сейчас я это уберу, нема куда ставить. Так, дальше. Еще тарелочки, еще что-то замотано. Так, понимаете, да? Ой, какие-то большие. Какие-то большие тарелки. Еще тарелки, ребята, еще тарелки. И вроде все. С этим ящиком мы с одним покончим, можно так сказать. И давайте вот это что-то тоже такое замотано маленькое. Ну, уже чересчур. Чересчур перестарались, наверное. Крышка, да? Угу. Все, маленькая крышечка. Так, поехали у нас тарелочки. Я думаю, сегодня тоже мы тут все заставим. Все полностью. Так, это, наверное, стрио. Это тарелочки стрио, понимаете, да? Значит, в этот раз у нас будут трио. Будут трио. Так, такое. И сейчас еще какое-то. Вот такое, смотрите. Ну, интересно. Можно так сказать одним словом. Так, что-то побольше. Что-то побольше. Давайте эти уберем. Так, вот какое-то такое. Бабочки, наверное, да? Какие-то абстрактные. Так, вот такое. Ну, опа, есть бой. Все, вот одна. Одна бой. И очень таки сильный бой. Прям вся разлетелась. Значит, не по форме положили. Так, дальше целая. И дальше еще одна целая. И разлетелась на мелкие кусочки. Смотрите, как такое возможно. Ну, как-то так. Что-то не по форме, наверное, было сложено. Так, что-то большое. Ох ты, и вот бой тоже. Бачит, еще один бой. Так, дальше. Оля, человек. Сейчас. Вот такие какие-то, смотрите. Видите, сейчас. Еще одна такая вот. Так, и последнее то же самое. Тоже, видите? И сейчас последнее. Последнее у нас это. Значит, уже два боя. Вот это, конечно, большую жалко. Так, что-то маленькое. Ну, я так думаю, этот ящик сегодня летал. Летал. Потому что там такое у них творится. Вот, что просто ужас. Так, еще одна. Смотрите. Все, получается, еще одна тарелочка. И первый ящик у нас. Мы закончили. Ждем следующий. Вторая коробочка. Начинаем. И чипсы. Видите, да? Замотаны. Что ж там может быть? Бокал, наверное, какой-то. Но не вылазит. Так. Давайте посмотрим. Что-то интересное. Да, я такого что-то и не видел. Что это такое? Это, наверное, подсвечник. Хотя я могу и ошибаться. Так, дальше. Уже начало первого, ребята. Не знаю, во сколько выйдет видео. Еще куча труда. Ох ты, что это такое? Такого не было точно никогда. Квадратного.
И что-то старое, но написано вроде шина. Так, давайте, давайте. Будем смотреть. Набор, наверное, да, точно. И вот это трио уже, смотрите. Нижняя квадратная, да, интересно, молодцы. Молодцы, молодцы. Китайцы молодцы. Голова у них работает, будь здоров. Так, еще одни чипсики. Надо высунуть. Ну, наверное, вряд ли. Надо отрезать, ребята, потому что согнулось. Так, пытаемся. Да, такие анекдоты в детстве ходили, да? Жена любовника пригласила. Вот, засунуть, засунул, а высунуть не может. Было такое, наверное, помните в детстве. И так, и тут. Ну, ребята, вон он, такой точно, понимаете, да? А тут муж на пороге, что делать, а? Вот такие сказки были в детстве. Не знаю, помните вы или нет, может, в ваши годы такого не было. А в мои, да, в мои было. Так, что-то кобальт, кобальт, кобальт. Смотрите, такого точно не было большого. Большого, большого. Так, дальше, дальше. Так, трещина. Да что же это сегодня такое, а? Труба. Третья уже. Уже третья битая. Что-то, 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 что-то. Ну да, какой-то может даже набор. Наверное, наборчик, ребята, но уже одной нету. Так, дальше. Мало картоном переложено. Или спешка паковальщика. Так, смотрим. Такой вот соусник. Дальше, 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 дальше. Угу, вот они. Китайские, смотрите. А нет, шина Англия написана. Ребята, это что-то интересное. Так, давайте дальше. Давайте дальше, давайте дальше. Да, конечно, плохо, когда, когда бой, да? Ох ты, так это еще. Ничего себе, вы только посмотрите, какие это наборы. Понимаете, да? Четыре блюдечка. Четыре, три блюдечка и чашечка. Да? Вот, квартет получается. Это шедевр. Смотрите, это просто уже какие-то чудеса. Английско-китайские. Вот, как-то так. Ага, вот еще одна чашечка. Да, ребята, удивляюсь, удивляюсь. Сегодня был у женщины, ездил за набором, за германским, на квартире. И она говорит, да, такая у вас работа интересная, с красотой, целыми днями. И я говорю, да, целыми днями ящики тягаешь, тягаешь, тягаешь. Особенно хрусталь. Вообще, так, хоть это целое. Я уже переживаю сегодня, смотрите, да, это вообще... Такая хрупкая, такая нежная. Так, вот, смотрите. Мне прям уже аж не по себе. Так, что тут такое? Есть что-то, да? Ну, давайте. Будем пытаться. Что-то такое легкое. Что вообще? Пушинка какая-то. Ну, что же это такое? Угу, ребята, посмотрите, какой изящный. Вы видите, да, труба?
Труба, труба. Такой уже тонюсенький. Миниатюрный. Так, какие-то тарелки тяжелые. Того набора, наверное, что мы... Ну, понятно, здесь вот такие, видите, глубокие. Так. Дальше. Ой, так это набор, да, получается, да. Видите, как плохо, что с него уже одна тарелочка разбилась. Да, вот такая интересная. Смотрите. Так. Что у нас там дальше? Как-то надо вытягивать. Ой, что-то звенит. Что-то звенит, ребята, да, труба. Это все, вся в дребезги. Я не знаю, кому какой это удар должен быть. Кидали ящики, понимаете? В этот раз прям кидали. Это может и здесь, вот у нас на новой почте прям. В общем, труба. Полупили кучу посуды. Так, ну вы понимаете, да? Вот, ну хорошо хоть по одной. Так, большие. Значит, по 6 не будет, будет по 5. Или по 4. Так, и что-то тут еще такое боком стоит большое. Сейчас как-то мы его вытянем. Что-то так уже замотано. Даже, да, какое-то блюдо. Ой, вот так вот. Как-то. Что-то большое. Так, давайте смотреть. Вот такое смотрим. Так, ага. Овальная с этого набора. Я думаю, вы понимаете, да? И дальше. Какой-то сумки. Угу. Еще овальное блюдо. Вот смотрите, какое. Так, все. Осталась еще одна. Так, последняя большая коробочка. Начинаем. Она стоит сбоку, потому что сильно она высокая. Так, ужас, а? Чуть уже подумал, свалилась. Угу. Это, наверное, с той партии, когда вот заматывали они еще в тот раз. Наверное, но не отправили. Так, что же это такое? Прикидаете, да? Сколько? Это ужас. Сколько замотано. Труба. Какая-то черепаха. Что в ней такого ценного? Я не знаю. Так уже замотали. Вот это да. Вот это уже вот. Супер-пупер. Что-то было такое, да? Ребята, это уже сказка. Точно, это уже самая настоящая красота, как говорится. Так, дальше. Следующее. Вот такой картон. Видите, какой картон. Толстенный. Тихо, тихо. Так, режем, режем. Ага. Китаец. Вот такой китаец, смотрите. Так. Ну, китайские тоже редкие вазы. Угу. Вот это да, ребята, вот это да. Смотрите. Да? Красота, красота. Так, едем дальше. Угу. Вот такое что-то было с таким рисуночком уже у нас. Так, еще что-то маленькое. Угу. Еще одна манюсенькая вазочка.
Ну вот это уже более профессионально замотано. Так, это стриё, наверное. А те две коробки, да, там вы видели результат. Угу. Красота, смотрим. Внеземная, да, ребята, смотрите, что это? Что это такое? Еще что там? Бокал какой-то, да? Давайте, давайте. Ух ты, цвет какой, а. Смотрите, что. Да? Вот это уже тоже. Будь здоров, какое. Интересное. Интересное, интересное. Так, как разрезать? Людей почти нету, все, наверное, на пляже. Так, вот такая, смотрите, композиция. Ну, наверное, винтажная. Наверное, винтажная. Так, вытягиваем по несколько. Давайте смотреть, давайте смотреть. Так, вот такая красота. Такая тоже впервые. А здесь ничего нету. Это, наверное, стриё. Блюдечки. Нет, это. Это райская птичка. Германский набор. Ну, такой просто был у меня. Нет, у нас был японский. Ага, все. Даже не знаю, что вам и сказать. Набор это или нет. Ну, у нас такое было. Ну, вроде японский. А это германский. Хотя я могу и путать. Может, и германский был. Райская птичка назывался, это я помню. Это я запомнил. Так, что это такое? Вот это какая-то керамика. Фирменная керамика, вот такая вазочка, смотрите. Хотя, может, это и фарфор быть, а? Ну, без понятия. Без понятия, без понятия. Так, что это такое? Ваза, наверное. Угу. Да, что-то наподобие бутылки. Смотрите, чем-то вот посыпано такими кружочками. Так, дальше, дальше. Что-то большое. Что-то большое. Давайте посмотрим. Угу. Ага, стекло какое-то. Какое-то стекло. Вот такая, смотрите, стеклянная. Бачите, да, ну тоже интересно. Имеет место быть, как мы говорим. Так, что-то высокое вылезло. Оно вылезло, оно вылезло. Откуда-то не знаю. Так, какой-то бокал, да? Угу. Да, вот такой, смотрите. Сделано как будто потресканное стекло. Какая-то специальная технология видно. Ну, это, наверное, даже может какое-то современное быть. А может и у них же там прогресс был раньше. Может у них там оно уже такое давным-давно. Вот, по Европам, как говорится, я не ездил. Не изучал это дело.
Вот, что приносят, с теми работал. Вот. А несут, как вы понимаете, все. Вот приходится совсем работать. Да, вчера самолетики. Ну, что-то не принесли вот эти журналы. Так, вот еще, смотрите. Да, такая вот. Так. Еще что-то большое здесь. Ваза какая-то. Угу. Ребята, точно такая, как у нас была вот в этот раз, последний раз. Ну, точно, точно такая, смотрите. Понимаете, да? Вот так вот как-то получается. Ту вроде купили. Не купили вроде богемию просто, а так все вазы разобрали. Так, что это такое? Надо разрезать. Надо разрезать, надо разрезать. Ага. И вот такой кобальтовый. Смотрите, да, интересный. Какой-то крученный внутри как-то сделано. Так, осталось три вещи у нас. Три вещи. Это какой-то бокал вроде. Ручка сбоку. Да, видите, ручка вот. Ага. Как тебя, друг? Разрезать. Так, что-то тут на нем. Смотрите, вот что-то, видите. Пизанская башня или что это такое? Ну, понимаете, да, это тоже что-то. Это фирма какая-то, смотрите. Старинная фирма. Так, интересный. Да, и две последние позиции. Две позиции еще. Тоже что-то с ручкой. Кувшин, наверное, какой-то. Так, вот такая. Такое вроде Польша было. Да, польский, смотрите. И последний, последнее, что там у нас? Давайте. Не вылазит, надо разрезать. Надо разрезать. Так, что-то зеленое какое-то. Какая-то бутылка, ребята. Графин, кувшин. Ага, вот такая. Все. С пробочкой, видите, под виноград. Вот такая вот. Это последняя позиция. Вот такая у нас распаковочка. Продажу вы уже видели. Всем до свидания. Ждем новые посылки. Вчера он вроде отправил. И вчера у нас был четверг. Или в среду отправил еще две посылки. Будем ждать. Всем до свидания.